Совет старейшин Дагестана подвел итоги работы за год и наметил план мероприятий на будущее. Напомню, основная задача организации – обсуждение наиболее важных вопросов общественно-политической жизни города, выработка рекомендаций по их решению. На встрече говорили о самых разных проблемах – от незначительных до глобальных, от несанкционированных свалок до незаконной парковки. Обсуждали патриотическое воспитание граждан и укрепление межнациональных отношений. В планах у Совета старейшин – организация ряда мероприятий на 2015 год, приуроченных к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Совет старейшин обещает перед республикой, столицей нашей республики, добросовестной работы. Мэр город новый, я думаю, перспективы и так далее поддерживает наши отношения. Мы тоже, мы его подвести не собираемся.